Более 1500 заболевших за выходные. В Югре за субботу и воскресенье диагноз коронавирус подтвердился у 545 жителей и гостей региона. Больше всего инфицированных в Сургуте – 168 человек. На второе место вышел Ханты-Мансийск, где за два дня 87 тестов дали положительный результат. В Нижневартовске – 63 лабораторно подтвержденных диагноза, в Нефтеюганске – 43, в Когалыме – 40, в Сургутском районе – 37, в Нефтеюганском районе – 30. В Нягане – 17 заболевших, в Лангепасе 16, в Нижневартовском районе 13. Еще в 10 муниципалитетах автономии коронавирус подтвердился у 31 человека. Большинство, 335 пациентов, переносят COVID-19 как ОРВИ. 117 человек госпитализированы с пневмониями. 93 не имеют клинических проявлений болезни. За субботу и воскресенье 379 ранее заболевших выписаны из больниц с выздоровлением. 6 человек скончались.